Добрый день, сегодня у нас 22 декабря, короткое видео про зимующий горох. Я, к сожалению, не был на посеве, не получилось. Вот. И вот это, честно говоря, первый раз вообще на поле с момента посева. Поэтому интересно посмотреть самому даже, да, что здесь сейчас происходит. Вот. Сеяли мы 8 декабря. Никогда раньше мы так поздно не сеяли. Ну так получилось, потому что было сухо в сентябре и в октябре и в ноябре. Вот. Зайти сеялкой не представлялось возможным. Очень мелко получался, заделался горох. Вот. А дисковой сеялкой вообще проблематично сеять крупносемянный горох, нут. Но есть проблема с заделкой и есть проблема по глубине. Я когда-то еще на конференции, по-моему, 2019 года спорился по этому поводу, что есть проблема на дисковых сеялках с посевом гороха. Потому что, как объяснить, да, если даже двудисковый сошник, они сходятся друг к другу под углом, то есть конус получается. То есть там, где диски соединяются, это это называется пятно контакта. Вот. И получается, чем ближе до пятна контакта, тем меньше расстояние между дисками, да? И, соответственно, если у вас там крупный нут, там 8-9 плюс, да, крупный горох, он не может опуститься туда до пятна контакта. То есть правильно, когда семена высыпаются, где пятно контакта находится. А так как горох не может упасть до пятна контакта, сейчас попробую объяснить. Ну вот так, да, вот двудисковый сошник. Вот сходятся они у вас здесь внизу, вот здесь. Это называется пятно контакта. И вот у вас горох может опуститься, к примеру, только сюда. Вот. И как бы сделать это правильно? То есть вот только до сюда может опуститься горох. Ниже опуститься не может, потому что его не пускают диски. Соответственно, если вы глубину ставите там 4 сантиметра, а горох у вас падает только вот здесь до 2, то вы сеете его на 2. А если у вас диск может зайти вообще только на 2, то, соответственно, вы его просто рассыпаете по поверхности. И ничего хорошего из этого не получится. То же самое и в анкерных сеялках происходит. Ну, не в анкерных, а в монодиске. Потому что, допустим, вот это у вас диск прорезающий, вот это вот анкер, который прилегает до диска. Вот. И ситуация здесь ровно такая же, как на двудисковом сошнике. Это то, что касается крупных семян, таких как горох и нут. Вот. Ну, на кейсе еще как это, вот тут пластиночка просто стоит, да, в виде анкера. А на Хорш Аватар и на 1890, то есть анкер, он как ступенька такая, то есть у него внутри здесь прорезь, через которую попадают семена. И чем сильнее вытирается здесь анкер, тем уже это расстояние становится. И отсюда проблема по заделке по глубине. Вот, поэтому зайти мы не могли в сухую, но не было бы с этого пользы. Вот это дождались, были приморозки. Вот зашли, посеяли уже анкером, амазонкой, ДМС-шкой. Есть семена, конечно, поверху. Никуда от этого не деться. Я думаю, что это тоже не совсем он удерживалось по глубине. Вот. Это раз. И во-вторых, может быть, дед было более сильно подмерзшее, просто выскакивал сошник. Ну вот. Толку с этих семян уже, скорее всего, не будет. Опять же, будет зависеть от погоды. Они прорастут. Там уйдет корешок на глубину. Вот. Но боюсь, что если будут потом заморозки, более-менее какие-то, то это все пропадет. Их немного, тут может процента 2-3. Но тем не менее смотреть неприятно.
Я тут только немножко выкопал. Тут глубина заделки тоже не шибко получилась, до 3 сантиметров. Вот, вот в таком виде сейчас горох. Где оно тут? Вот. Вот он наклюнулся. Этот чуть лучше пустил корешок. То есть по классике, да, по инструкции, как по тому, как рекомендует селекционер. То вот он в такой фазе должны наступить устойчивые заморозки. Вот, и оно должно уйти в зиму. Это как бы самое правильное считается. Но так как у нас с устойчивыми заморозками проблема, то уже как-то получится. Предшественник здесь у нас горчица яровая. Когда у нас тут был снегопад, сантиметров 20 должно было выпасть снега, но доехать сюда и посмотреть, как происходило здесь снегозадержание, было невозможно. Поэтому этого мы не видели. Если вдруг нам повезет со снегом еще, то, надеюсь, мы на это все посмотрим. Вот как-то так. Единственное, что меня, конечно, сильно смущает, даже в посев, вот в приморозке, как потом отреагирует на все весной здесь. Потому что отчетливо просматриваются следы трактора. Вот. Если будут заморозки хотя бы до 10 градусов, без снежного покрова, ничего страшного не будет. Вот это, вернее, не следы не трактора просматриваются, а следы сеялки, вот они, которые бункера. То есть вот уже как бы есть трещинка, да, за колесом. Если нам повезет и будут заморозки, то здесь это все промерзнет и потом растрескается, как бы проблема не будет, разрыхлиться. А если заморозков не будет, боюсь, что потом по весне лопнет по линии посева. Ну и выхода, в принципе, другого как бы не было сеять. Или только надо было дисковать и сеять по дисковке. Не знаю, правильно я сделал или нет. Время покажет. Ну, как-то так. Да, и тут пару дней назад есть такой YouTube-канал Василий Фермер. Выпустил он ролик, ехал он там пшеничку свою посмотреть. И уперся там в дорогу, на которой разворачивались трактора, которые пахали. Сильно возмущался, что не дорогу задели. Ну, то такое, дорогу можно восстановить, пройдет грейдер, выровняет все. Вот это вот настоящее преступление. Вот здесь вот, где вы видите кусты, да, это была когда-то посадка. И хорошая была посадка, деревья были разные, акации, абрикосы, все здесь было. Вот за последних 5 лет, ну раньше тоже пилели, ну по чуть-чуть там где-нигде какое-то дерево. А за последние, даже не 5, за последние вот 3 года просто вырезали ее наглухо. Вот это преступление. Потому что никто эту посадку уже не восстановит. Потому что мне, как фермеру, ну это просто не под силу, не по деньгам. И опять же, эта посадка не моя и ничья. Она вроде как сельсовета. Там, или кому ее сейчас передали. Но никто за этим как бы не следит. И боюсь, что даже вот те посадки, которые дали вдалеке, их тоже уже повырезали. Вот. И вот здесь вот то же самое вырезали. Даже не знаю, что сказать. По-хорошему это надо все посчитать в деньги и предъявить, если поймать этих людей. Ну, я 5 лет назад ловил. Целый КамАЗ приехал. Человек 8 было людей, с бензопилами, со всеми делами. Поймал, позвонил в сельсовет, сказал, что это не наша посадка, а соседнего сельсовета. Позвонил в полицию, сказали, извините, нет свободных людей. У нас там рейдерский захват в Рыбаковке, все люди там. Прокуратура, в общем, никому дела нет. То есть я постоял возле них. Люди приехали, как бы там, и комбайнеры, и трактористы. Ну, постояли, мы их подержали. 5 часов, что толку? Никто не приехал, всех отпустили.
Вот это настоящее преступление, потому что это все росло не один десяток лет. И восстановиться это на раз-два, то есть тут не пройдешь грейдером, так, чтобы деревья сразу выросли. Такая печаль. Все, всем удачи, здоровья, берегите себя, берегите своих близких.